Николай Лодвиков еще в школе решил, что будет строителем, а зампрофессии его научили родители. Они вместе занимались возведением и ремонтом деревенского дома. Так что, когда встал вопрос, на кого идти учиться, Николай не думал ни минуты. А в Олимпиаде он решил поучаствовать, чтобы проверить свои силы и показать, на что способен. Я готовился довольно долго, с учителями, они мне очень помогали, представляли много информации, которая мне помогает в этой Олимпиаде. Члены жюри – сотрудники градообразующих предприятий города. Можно сказать, они потенциальные работодатели. Так что выложиться нужно на все 100. Директора, да, значит, главные инженеры, инженеры-геодезисты, да, то есть это все-таки руководители, которые могут оценить их профессиональную компетенцию. Вот, это все-таки студенты 4-го курса, и буквально вот через несколько месяцев станет вопрос о определении с местом работы. Всего в республиканском этапе Всероссийской Олимпиады принимают участие 9 конкурсантов, лучшие из лучших. Не только студенты Нижнекамска, но и Казани, Челнов, Альметьевска. Жюри подмечают абсолютно все. Любая неточность может стоить призового места. Некоторые рейку держат невертикальные. Контрольный – это проверка приборов. Не сделали уже, еще начало только. Вот на все внимание обращаем, на все так называемые даже мелочи. Олимпиада проходит в несколько этапов. Проектирование и расчет конструкции, перевод строительной документации с английского языка, выполнение заданий по геодезии и контрольное тестирование. Все баллы суммируются и выявляется лучший. Он и будет представлять нашу республику на всероссийском этапе.